рыбалку. Здесь говорят, карп есть большой. О, улитка! Это улитка! Да, улитка. Он пьет в доме. Пойдем. Да ладно. Таких я еще не видела. Серьезно? Обалдеть. Ого. Серьезная, да? Круто. Размеры, да, такие? Не мешай. Иди сюда. Поздоровайся и скажи. Эрик, поздоровайся и скажи. Вон собака. Под стулом, под столом. Эрик, хорошенький, да? Ничего. А тут ежики. Ежик спит один. Два. И ежик спит фиолетовый. Привет, ежик фиолетовый. Ой, я хочу спать. Тихо-тихо, я нам буду спать. Тихо-тихо. Ребят, все это удовольствие стоит, видите, 2500 бат за 4 часа с одного человека. Якобы сегодня все занято. Сейчас я быстро покажу. Это все дело на Талингвинаме. И здесь есть бассейн еще. То есть, грубо говоря, там папа рыбачит, а вы здесь загораете. Причем что-то не очень-то и пафосно. Как это все выглядит. Ну, вон свинья сидит, ловит что-то. А рыбу в конце отпускаешь. Привет. Теперь мороженое ценник был 7 бат, а оказалось 15 бат. А 7 бат это в каком-то там приложении, надо там покупать, что-то мороженое. Заманулся. Так что Family Mart не так уж все и по акции. Только через приложение. О! А что они тут делают? У нас есть икея какая-то. На Самуи есть икея? Серьезно? А, солнышко. Вкусно тебе? А личи? Это сок с личи? Нет, там внутри яблоко. Что там внутри? Яблоко. Яблоко? Да. А когда это личи у нас стало яблоком? Вчера? Нет. Окей. А что с трубочкой? Смотри. Да, это труба. Покажи. Что-то новенькое. Что-то новенькое. Что это такое? Что это такое? Как ты это назвал? Я не снимала, повтори еще раз. Как ты это назвал? Это труба маленькая. Маленькая труба. Ты сказала еще, что это просто труба. Я тебе говорю, что трубочка маленькая, а труба большая. Смотри, я хочу труба. Давай попробуем. Мне труба надо. Надо идти туда. А, труба должна быть такая именно, да?
Там Личи? Да, и яблоко. Хорошо. Давай покажем. А где яблоко ты нашел? А, это? Ну, пусть будет, ладно, яблоко. Давай покажем ребятам. Вот там. Вот это он считает, что это яблоко. Лампо. Давай потом петоком. Куда? Давай потом петоком. Давай туда, на красный. Так, расскажу вам, что вы пропустили. Олег построил Эрику дорогу. Выглядит она вот так. С развязкой. Эрик, покажи, пожалуйста, как работает шлагбаум. Понятно. А машина как проезжает? Она шла сама. Закрываем шлагбаум. Поехали! Эрик такой потом. Мне надо шлагбаум тут, тут и тут. Показал несколько мест, все. Это другая палка. Это дорога, мам? По папе даже ходить можно. Он будет ходить? Да. Пока удаляла файлы, еле успела показать. Вы посмотрите, как здесь отец проводит время с четырьмя детьми. Он просто их вот так вот в лодку посадил, на всех круги нацепил. Вот там малыш сзади на круге. Большой, наверное, в лодку сядет. Папа будет по-любому гребсти. Вот так вот время они и проводят с семьей. Там их остальные жилеты спасательные. А сзади точно круг? А может, плот какой-то? Смотри, там что-то есть. А вот другая сторона русских. Покатай меня, большая черепаха. Ой, я передумал, не хочу. Лови кораблик. Лови, говорю, кораблик. О, поймал. Песка много? Ничего, вытряхивай. Покажи. Еще в зубах поковырялся. У Олега есть орудие убийства крабов. Он готов к бою. Это клешничий. Не ешь корабль. Не ешь. Плюнь. А вот так смотри. Очень сильное течение, так что наши друзья так и не смогли отплыть. Ай!